привет! Вы на канале Цветик Семицветик. Сегодня я вас научу делать вот такую игрушку жираф. Нам потребуется утюг, термоклей, ножницы, зубочистка, выкройка. Скачать ее можно, пройдя по ссылке в описании. По шаблону вырезаем из фоамирана все детали. И начинаем придавать им объем, прогревая на утюге. Важно, чтобы симметричные детали после прогрева оставались одинакового размера. Прогревать будем даже пятнышки жирафа и глазки. Когда все детали станут объемными, можно приступать к сборке подделки. Для этого возьмем одну из симметричных заготовок, аккуратно промажем ее клеем по контуру и соединим со второй частью. К мордочке приклеим носик и глазки. Сверху в стык приклеим рожки и ушки. К телу приклеим две задние ноги и впереди две длинные. Соединим все детали вместе. Сзади приклеим хвостик. Завершаем подделку, приклеивая пятнышки. Наш жираф готов. Вот такая милая объемная игрушка у нас с вами получилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока-пока.